Головокружение было очень сильное. Врачи промывали нас уже в училище. Спасибо социальному педагогу, мастеру, что вызвали скорую. Как бы укол делали в больнице. Вот. Было не из приятнейших ощущений все это. Вот. Как бы девочки, рука отнималась, глаза дрыгались. Как бы было очень страшно смотреть на эту картину. Кровь из вены брали. Там ужасно, вот. Врачи добрые оказались тоже. Откачивали нас. Я никому не советую это делать. Это ужасно больно, неприятно. Родственники переживают очень сильно. Как бы не только родственники, еще и учителя, мастера, все переживали за нас. Очень много проблем сейчас из-за этого. А удовольствия вообще никакого не было. Только плохо было. Все говорят, да вот, галлюцинация будет, все будет хорошо. На самом деле это все очень-очень плохо. Голова кружится, ты просто себя не контролируешь, ты даже идти не можешь. Вот. Не можешь идти, как бы тебе на все просто все равно. Ты идешь, тебя держат все. Ты ни лестницы, ничего не ощущаешь, просто идешь, голова кружится очень сильно.